Друзья, всем здорово! На канале Никиты Крылова, который называется «Погнали!». Мы уже рассказали всем о том, что мы совсем скоро собираемся в Египет. Вот. Ну а сегодня мы с Юлей ездили в Алушту к родителям моим. В общем, сейчас возвращаемся и... Ах, нос чешется, не знаю, к чему бы это, к чему... В общем, сейчас мы возвращаемся, двигаемся в сторону Ангарцева перевала. Какие-то тут тянучки, что-то непонятное. Мы когда ехали из Симферополя в эту сторону, если кто вот постоянно смотрит, то знает, что у нас снежок сейчас. И Ангарский перевал — это вообще топовое место для катания, почему-то самое-самое популярное. То есть это горная местность, легко доступная, вот там много классных горок, но смысл-то в том, что столько было машин. Я первый раз в жизни столько видел, хотя на Ангарском перевале, не знаю, там все детство, мне кажется, прошло. Постоянно мы ездили, если снежок. В этом году что-то просто невозможное по количеству автомобилей. Вот. А, ну все, я понимаю, уже это мало будет. Вот только что машина стояла. А до перевала отсюда, ну, 3 километра, наверное, еще. Видимо, люди оставляли и шли пешком к нему. Это вообще... Вот машина стоит. Тоже кто-то приехал на саночках покататься. Вот машина. Ни разу такого не видел. В общем, что-то неимоверное. Тут коллапс настоящий транспортный был. Но сейчас все уже, смотрю, ни пробок, ничего нет, слава богу. Вот такие вот дела. А мы почему не катались? Мы просто в Египет больше хотим, чем кататься, если честно. Да. Ну, понимаешь, горка это же... не такая уж и высокая. А ты на одной, что ли, была? Там много их очень? Я на другом. А, там много, там есть и высокие, и хорошие. Высокие людей, что... Да, ну, людей действительно очень много. Ну, много едут как? Можно было это. Костерчик, все дела там тоже. Да. Или продавать, что-то как продают. Да, кстати, продают, да, все продают. Вот сейчас даже остаток еще автомобилей. Блин, вообще... Я даже, не, ну вот кто, как говорится, крымский, те знают, о чем я сейчас говорю. Но вы даже не представляете, тут я вообще ни разу в жизни не видел, чтобы стояли машины. Вот уже сейчас пост ГАИ будем проезжать. Так, я, наверное, Юле отдам телефон, пусть она снимает, а то запрещено водителю телефоном пользоваться. Держи. Сейчас просто мне интересно, сколько там будет машин. Вот в чем главный прикол. Ну, меньше, но все равно будут. Да, вот тут. С полшестого люди еще катаются. Ого. Заезд вообще идет вот сюда вот налево. Вы можете прям заехать на горку. Вот, но все в основном, ну, паркуются. Да, это, кстати, троллейбус у нас стоит. Папенник троллейбуса. Он проехал там миллионы километров. Ой, не миллионы, миллионы пассажиров. Сколько здесь? Вот я помню, в детстве всегда вот здесь парковка забивалась, и там парковка забивалась. Все, хватало. И при этом столько народу было. А сейчас вот эти парковки забиты, и сейчас вот будем ехать, вот, машины до сих пор еще стоят. Вообще, просто... Мы в шоке. Так. Очень много машин, очень прям. Ну, навалило нормально снега, я так смотрю, где-то сантиметров 30, да, точно, может даже поболее чуть. Минус 5. До сих пор машины стоят вообще. Так, прям чуть стеклышко. Ну все, здесь уже не было машин. Здесь такая обочина плохая. А, вон, финальные машины. И все. Все плохо видно. Да? Ну да. Сейчас будет видно чуть-чуть. Вот так вот. Как люди развлекаются, понимаете? Тем более сегодня воскресенье. Да, сегодня воскресенье. У нас сегодня, ну, в планах ничего грандиозного не было, но мы решили, что мы начнем собирать чемодан. Поэтому погнали в сторону дома и будем это делать. Прибыли мы уже домой. Юля сегодня у нас что-то будет готовить. Угу. Что мы еще с вами не знаем. Может, мороженое сейчас съели, нет? Да, наверное, съел бы с радостью. Я, кстати, очень люблю зимой мороженое есть. Знаете почему? Потому что у меня есть такая теория. Если снаружи холодно,
а внутри тепло. Ну, получается, контраст слишком большой. А так мороженое съел, чуть это самое. Внутри тебе тоже прохладненько стало, контраст меньше. Теория. Классная. Отлично просто. Так, одной рукой. Я, значит, в общем, пока Юля находилась в магазине, почитал комментарии, Юля. Угу. По поводу того, что мы с тобой в Египет летим. И что? Как много позитива, так и негатива тоже хватает. Негатив что? Говорят, некоторые пишут, а, Египет, значит, смотреть не буду. Вот. Не буду, все. А что? Мол, достал он уже этот Египет всех. Вот, некоторые говорят, ой, хорошо, поздравляю, Египет, молодцы. Во-первых, путешествие будет, я надеюсь, в Египет тоже очень классное. Почему? Потому что, вот Юля, она первый раз в Хургаду летит. Для нее это будут свежие эмоции. Потом мы летим в хороший отель, ну, нормальный отель, хороший, да, отель, мне нравится. Вот, хотя я именно в этом прям отеле не бывал, на территории был, но прям вот не жил в этом отеле. Вот. Получается, что даже несмотря на то, что мы готовимся к холодам, говорю сразу, все пишут, что очень холодно в этом году, мы готовимся к холодам, но самое главное, мы не будем сидеть в отеле, мы будем ездить по разным экскурсиям, ну, как мы думаем. Вот, как оно будет складываться, посмотрим, потому что уже будем по обстоятельствам действовать. Да. Поэтому я думаю, что всем понравится на самом-то деле. Вот. Ну и кроме того, обзоры еды будут очень хорошие. Вот, кроме обзоров еды, обзор номера классный снимем. И вы просто увидите, как мы классно умеем купаться в теплом бассейне. Как мы к барчику будем подходить. В общем, жалеть себя вообще не будем. Прям вообще максимально просто. Ну а самое важное, что после Египта у нас будет еще одно путешествие. Вот насчет второго путешествия. Сейчас просто занимаемся сбором пакетов документов. В общем, все сейчас зависит не от нас. Поэтому вот тоже, как только у нас уже будет подтверждение всего, я расскажу. Это будет очень круто. Надолго, круто. Короче, просто, не знаю, в последнее время нахожусь... Мысленно там. Смотрите. Не мысленно там. Нахожусь в небольшом даже стрессе. А-а-а. Потому что я жду ответа, когда уже, наконец, что нам там, как вообще будет. Поэтому, друзья, будет очень крутые путешествия. Это гарантированно. Так, я смотрю. Юля уже начала делать. Курица замариновать хочешь? Да, это назад. Понятненько. Кстати, вот черный перец купили в Карфуре. Такой ароматный. Вот смотрите, буквально там чуть купили банка. А это с прошлого раза. Это масала? Не масала. Семь перцев. Семь специй. Да. У меня очень друзья были когда дома. Я им даю понюхать ее. А они говорят, ого. Вот знаете, у нас есть приправки продают. А вот даже. Вот покажу. Вот такие вот, маленькие, которые под 7 перцев стоят. Они на вид их как бы много, они дешевые. Но, честно говоря, там такая чепуха в основном. Она вообще никакого аромата не дает. А вот эти 7 перцев, ты такой, шух, и сразу... 7 специй. 7 специй, да, не 7 перцев, 7 специй. Очень классные. Там и гвоздика, по-моему, есть. Да, там и зира есть, еще что-то. Такая восточная приправа, конечно, на любителя. Но я о чем говорю? О том, что вот так за границей специи покупать. Я вот говорю, это на самом деле две огромнейших разницы у нас и там. Спустя год, да, она так пахнет до сих пор. Да, год прошел уже, да, вообще. Круто, круто. Так, это же мы обещали чемоданы собирать, но до чемоданов еще не дошли, конечно. Сейчас замаринуем, все, похоже, ужин будет. Хотел не снимать еду, но просто само тянется, понимаете, аж прям хочется включить камеру. Посмотрите, какая красотень. С бедр? Из грибов. И грибов, да. Это филе бедра, грибочки. Салат с помидорками.
крымские, тепличные, желтые помидорки. Ну, надо сказали. Ну, кстати, может быть, вполне. Ароматные, классные. Тоже у нас готовые блюда. Я просто по телефону разговаривал, и получается, что пропустил вот этот момент, этот. Когда полная сковорода была. Что такое, что такое? Хлебки отрезать? Да я не знаю. Пока не надо, наверное. А вот это вот, кто догадается, что это такое? Это овощи. Юля, дело в том, что еще винегрет хочет сделать, но больше нравится, когда они запеченные овощи, волосы. Вот, потому что, когда их отвариваешь, винегрет получается более таким, ну, в общем, более мокрым, да, наверное? Наверное. Ты просто запекаешь, да и удобно. Удобно? Ну, поставил, да. А что, проще это самое? Не знаю. Дешевле, кстати. Угу. Вообще не экономно, не экономно. Ладно, друзья, все, приятного аппетита. У меня вот картофель с вкуснейшим мясом, салатик. Гречка, да, все. Спасибо большое, спасибо, спасибо. Наш дружочек вот уже готовится к поездочке. Разбирать еще. Так, значит, берем. Вот беру вот эту вот кофту, беру с собой. Жилетку, кожанку, шубу. Юля берет пальто, вот эту куртку. Что еще? Пуховик. А, вот главное же то самое. Вот перчатки, наверное, я беру. Такие теплые. Вот, кидаю сразу. Чтобы еще такое потеплее, чтобы, не знаю, потому что говорят, там очень холодно. Вручную гладь. Вообще, собрали чемоданы, я не знаю, ну, так быстро, очень быстро. Ну, потому что я думаю, что примерно мы знаем, что необходимо буквально, ну, не знаю, я собрал вещи там, ну, 10 минут, это вообще максимум. Я собираю по стандартной процедуре, вот подсказочка, которая мне постоянно помогает. Снизу вверх, как говорится, от тела, от нижнего белья до верхнего белья, назовем это, до теплой одежды. Поэтому начинаешь там носки, трусы, футболка, потом сразу начинаешь так. Если дальше, например, это какие-то шорты. Можно? Да. Интересно. Потом шорты, потом... И в этот раз впервые вообще, то есть мы думаем о такой немного похолоднее одежде. Вот. Ну, кроме того, что мы полетим в куртках, то есть мы все-таки не замерзнем. Думаешь, сколько весит? Ну, тащи весы. Там, мне кажется, мне с тобой тяжело. Да? Для меня не тяжело. Короче, дурацкие ограничения. Не тяжелый, не. Легче не штанги, тяжелый. Да, проседать просто. Да. Не, не тяжелый. Где-то, я думаю, 17. 16, мы 17. Мы с вами сюда выходила, и обычно мы чуть-чуть больше докладывали. Ну, хотя твои вещи, может, еще. Взвешиваем обычными весами. Блин, короче, хотел в Турции купить... Да ладно. 300. Да ну. Не, ну он реально легкий. Я думала, что 15. Ну, обычно у нас выходит где-то 17. Это когда мы летим, но он полностью забит. Да? Да. Так можно еще какую-то кофту взять, значит. Блин, главное не переборщить. Я что-то одно беру, потеплее просто, вместо легенькой. Да, все, 12 килограммов, смотрите. 11 900. Короче, просто мы летим на вообще какой-то у нас дурацкий рейс. В самолете нам сказали 10 килограммов вроде как предварительно. Поэтому мы... У нас еще нет никакой, в общем, на руках документации. Мы точно не знаем, но нам сказали вроде как по 10 килограммов. Это вообще самое дурацкое, наверное, что могло случиться. Но мы ненадолго, на 6 ночей хватит с головой. Обратно как раз загрузим полный чемодан манго. Клубники. Что еще можно в Египте-то сейчас привезти? Кстати, не знаю, что сейчас везут из Египта. Напишите в комментариях, чтобы вы привезли вот стопудово. У нас есть какой-то набор. Юля хочет крем. Лекарства. Вот. Лекарства? Ну, я не знаю, что там особо лекарства везти. От головы, да, лекарства. Короче, в Египте лекарства, да, ну, действительно, правда, говорят, что хорошие.
Вот, но я сначала как бы поддавался этой общей эйфории, типа, о, лекарство, классно. А сейчас такой думаешь, так как бы я не пользуюсь еще особо чуть-чуть лекарствами, чтобы не сглазить, вот. И что их особо вести тогда, не знаю. Поспрашиваю еще родственников, может быть что-то надо. Хотя бывало такое, что Лехе даже заказывал что-то привезти, не помню. Кто-то просил Юлю, да. Так, что получается? Получается, что... Так. Чудовище-то наше желтенькое. Еще, значит, мы тебя загрузим. Беру рубашечку вот такую вот. Мариновала, завтра в духовке. Так, беру рубашку. Юля там, как говорится, с бабушкой на завтра. В гости должны приехать мы. Так, ну все, не знаю. В принципе, мне больше ничего и не надо. А, могут джинсы хотя взять еще. Следующее, что очень важно для меня, это я собираю, конечно же, рюкзак, в котором будут все мои принадлежности, которые необходимы для Ютуба. То есть, ноутбук. Ноутбук проверяю, ноутбук заряжаю. Ну, ноутбук в последнюю очередь у меня обычно оттуда отправляется, потому что все-таки я еще видео и накануне монтирую, могу что-то это в этот день посмотреть. Вот. Но ноутбук тоже стараюсь перед дорогой всегда заряжаю, потому что вдруг что-то в аэропорту необходимо будет сделать. Вот. Проверяю, чтобы были все накопители. Вот сейчас у меня такой он маленький. Не знаю. В общем, может быть, еще запасной возьму. Всякие разные шнуры. Лучше взять какой-то лишний. Пусть они дублируются, эти шнуры. Ничего страшного. Они места много не занимают. Кроме того, я ставлю все на зарядочку. Это обязательно. Вот пауэрбанк у меня сейчас заряжается. Штатив у меня такой крутой есть. Стабилизатор, точнее, это не штатив. В общем, по максимуму стараешься, готовишься для того, чтобы ничего не пропустить, для того, чтобы максимально контент можно было быстро выпускать. Вот, в принципе, мне останется только симку купить, так-то у меня все готово, то есть для того, чтобы просто загружать это в интернет. Ну, симку будем покупать, я думаю, в аэропорту, скорее всего. Так, что еще, что очень важно взять с собой в Египет? Вспомнил, что очень можно важно взять так. Сейчас возьмем. Вот что необходимо взять обязательно, друзья, это маска. Потому что, когда вы будете плыть за крабами, на кораллы, когда вы будете смотреть, без маски будет тяжеловато. Хотя, так подумываю, может быть, не брать в этот раз вообще маску. Я не знаю, даже на морские экскурсии пойдем, нет. Ну там, по идее, если пойдем, обычно маски дают трубки. Угу. Я прям, честно говоря, так задумался сейчас. Возьму, наверное, очки просто. Да, я возьму просто очки. Не знаю, сейчас вода холодная. Прям таки... Да. Короче говоря, беру очки. Вот такие обычные очки беру. И думаю, что мне будет достаточно. Если вдруг я спокойно смогу нырнуть, я спокойно смогу, в принципе... Ну, короче, вот мы, например, с Юлей, когда... Ну, я просто плаваю хорошо, тут тоже в этом дело. Мы когда с Юлей, по-моему, Рас Мухаммед, да, заповедник, мы плавали. Получается, что я был в очках таких, а Юля была в маске, в трубке, и мне было достаточно комфортно. Вот, хотя в очках, знаете, в чем прикол? Получается, нос у тебя не закрыт, поэтому вода сильнее попадает. Вот это вот главный нюанс, который мне прям жутко не нравится. Ну, а так, в принципе, я уже могу расслабиться, потому что, в принципе, все глобально уже собрано. То есть я в вещах уверен. Деньги, документы, ну, деньги возьмем. Документы еще не пришли. Главное взять с собой паспорта. И, в принципе, этого в основном вообще... Ну, паспорта, естественно, все, что связано с, в общем, этими всякими вирусами, тоже документы берите. Кстати, правила же недавно поменялись, я читал. Вот, посмотрим, что там, как будет в аэропорту. Поэтому, когда прилетим, все расскажем вам, насколько они, как бы, не знаю, там проверяют, нет, потому что, в общем, все уже с места событий вам понарассказываем. Все, в общем, будьте здоровы, будьте счастливы, сумки у нас собраны, основное, осталось дело за малым, технику собрать, деньги, паспорта взять, и все.
и мы, в принципе, готовы. Вот так вот, заранее мы немного, конечно, собираемся, но ничего страшного. Лучше, как говорится, чем в последний момент, лучше мы заранее уже будем готовы. Все, будьте здоровы, будьте счастливы, подписывайтесь на канал, будет очень крутое путешествие в Египет. Будет еще одно путешествие, я постоянно все анонсирую, такой крутой. Надеюсь, что будет реально классно, нам понравится, вам понравится, вот что самое главное. Будем много смотреть всего, потому что зимой в Египте это просто, не знаю, подарок для того, чтобы ездить по разным-разным местам, для того, чтобы исследовать Египет, и надеюсь, что мы воспользуемся этим самым подарком нашей планеты, потому что не так жарко, это реально очень-очень классно, особенно если ты находишься где-то на экскурсии. Конечно, на солнышке не так загорать, зато цены сейчас очень приятные. Кстати, стоимость тура. Блин, я не помню точно, как сколько. Все, в общем, все это расскажу в следующих видео, точную стоимость тура и так далее. Все, в общем, будьте здоровы, будьте счастливы. Пока, пока, пока. Подписывайтесь, кстати, Инстаграм там есть в описании. И вот в Инстаграме все будет выходить очень и очень актуально, своевременно, быстро, четко. Ну и главное, вечный вопрос. Погода в Хургаде прямо сейчас. Мы на нее, на этот вопрос будем отвечать каждый день. Каждый день. Это я уж буду стараться по максимуму. Все. Пока-пока-пока. Пока. Пока, пока.